Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели, в этом видео будем с вами разговаривать касательно открытия нового инженера в Одиссее, Терра Веласкес. Вроде бы как бы все и просто, но есть свои подводные камни и проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали. Собственно, что нужно сделать, чтобы открыть написано, но давайте начнем с этого. Вы узнали о Терре Веласкес от Джуда Навара. Хорошо, спускаемся непосредственно, видим Джуд Навара, один из первых инженеров, который у вас будет доступен в плане Одиссеи, комбезов, ручных пушек и так далее. Открывается довольно просто, 10 миссий на восстановление и так далее. Как это все делается? Вот сейчас будет подсказочка, перейдите по ней, там подробно рассказано. Следующий момент. Джуд Навара рассказал о другом инженере в обмен на 5 генно-репаративных препаратов. Эти препараты фармятся на наземных поселениях, которые у нас добывают ископаемые, ну, добычи, короче. Вот есть подсказочка, как это дело выфармливается, но в ней показано поселение, где никого нету. Не забывайте то, что поселения имеют динамичный статус, так же, как и системы. В той системе могут быть уже люди. А так просто ищите систему, где имеется наземка, которая у нас занимается добычей. И все вот это вот дело вы, естественно, соберете, спокойно откроете допуск к этому инжу. Но вот тут уже начинаются проблемы. Вы можете воспользоваться услугами Терры Веласкес, так как выполнили 6 миссий на тайную кражу и тайное ограбление. Вот с этим могут быть проблемы. На момент старта Одиссеи тут было написано все по-английски, и не было понятно, какие точно миссии делать. Я с этим намучился. Но благо тут перевели. Но что значит тайное? Это значит попа-боль. Сейчас буду вам объяснять. Подходим к терминалу на станции, заходим в панель миссий, и у нас тут есть поставки. Нам нужны именно поставки, не операции. В операциях тут немножко другое. Тайное отключение, саботажи, проникновение и так далее. Нам именно поставки. То есть прилетели, забрали и привезли. Заходим, смотрим. Хищение, ограбление, цифровой шпионаж, контрабанда, ограбление, тайный шпионаж, не то, не то, не то, не то, не то. Вот, тайное ограбление. Тайные кражи появляются точно же здесь. Так что проблем быть не должно. Касательно, когда обновляется список миссий, обычно это было у нас в игре раз в 10 минут. Но это что касательно миссий, связанных с кораблем. Тут что-то как-то немножко по-другому работает. Вот наша миссия, возьмите образцы в поселении, понятно, это скрытое задание, если вы поднимете тревогу в поселении, контракт будет аннулирован. Как вы можете поднять тревогу? Вариантов тут несколько. Первый вариант, вас спалят, по вам начнут стрелять, потом кто-то из них вызовет подкрепление, будет некий значок висеть, но я это покажу, естественно, подробно, и миссия будет провалена. Понятно, как этого избежать? Отключить сигнализацию полностью в поселении. Как это делать, я тоже покажу. Но очень важный момент, заберите предмет из контейнера для образцов. Когда вы то придете, даже если вы прокрались туда в инвизии и так далее, и начнете его открывать, сработает сигналка. По крайней мере, так было именно у меня. Так что без отключения тревоги, сигнализации, как угодно, в поселении не получится. И еще, если вы будете выносить большое количество людей, то у вас будет плохая репутация. Одна единица плохой репутации восстанавливается 2 часа. И эти 2 часа вы должны находиться в игре. Желательно на станции. Если будете в космосе, то за вами, скорее всего, будет охота. И вы не сможете, кстати, если у вас будут штрафы, их оплатить даже в Interstellar Factor. Ладно, сейчас я вам покажу, как эта миссия у нас будет делаться. По рекомендациям, возьмите с собой костюм Мэверик, естественно, чтобы вскрывать панели и так далее, с помощью плазменного резака. Если у вас есть, как они называются, взломщики, то возьмите их. Если что, взломщики у нас покупаются в системах анархии. И еще хороший вариант вам. Не летите на своем корабле. Закажите просто-напросто такси. Что-то как-то сейчас сильно подлагнуло. В общем, погнали на миссию. И, конечно же, лучше, чтобы эти миссии были в другой системе. Если вы там что-то нашкодите, то, возможно, такое, что по прилету у вас будет штраф. Именно от этой фракции, владельца станции, либо того, кто отправляет вас на задание, такое может быть, вы не сможете сдать задание, вам придется сдаваться, лететь в тюрьму и прочие неприятности. Увы, это так. Если что, там могу стримы прикрепить вам в описании, сами посмотрите, какие проблемы тут были. Я сейчас сделал некие манипуляции, чтобы я был в розыске. Сейчас вам кое-что покажу. Если вы вдруг начнете, ну, просирать миссию, такое может случиться, когда они будут вызывать подкрепление, к примеру, или что-нибудь такое. Есть шанс то, что она
не слетит. Объясняю. Сейчас я Айври, вот, не знаю, моба какого-нибудь. Он вызывает подкрепление. Вы умрете! Ждем, пока появятся красные крестики на миссии. Главное просто не помереть. Вот, этот самый значок. Это вызов подкрепления. Ждем. Да, все, красные крестики есть. Теперь либо сидя здесь на картонах, что плохая идея, либо просто отбежав от станции на какое-то расстояние, чтобы непись по вам не шмаляла, делаем релок в главное меню. Лучше отбежать побольше. Не волнуйтесь, бежать обратно не придется. Вас поставят точно у той же самой арки. Так, давайте-ка еще отбежим, потому что нам придется подождать некоторое время. Ну, вроде более-менее. Можно еще вот так, благо тут ночь, хотя неписи вроде по барабану. Ждем 14 секунд, выходим в главное меню. Специально делаю все это одним дублем, без склеек и так далее, чтобы не говорили, что это монтаж. Да. 3 секунды, 2, 1. Выход в главное меню. Заходим. И тут очень странная игра и на SSD сейчас. И на харде была. Скорость загрузки практически одинаковая. Не знаю, с чем это связано. Но точно не с железюками. В общем, ждем, пока загрузится. Долго. Вот, пожалуйста, то же самое место. Заходим. Смотрим раздел транзакций. И миссия у нас жива. Возьмите образцы с поселения Коли Синтетик Сайла. Опа, вот она. И снова отмечается в правом верхнем углу. Вот так вот. Первое. Что нам нужно сделать? Вырубить сигналку. Где находится сигналка? А где угодно. Допустим, вот у нас есть поселение. Осматриваемся, смотрим. Тут только здание производственное, здание с силовой. Power, то есть. Ну, вон значок молнии. Либо тут находится, либо там находится. Кстати, очень часто находится в этих зданиях. Так что есть смысл пойти туда. Но... лучше, конечно, воспользоваться терминалом, который вон там стоит, вы можете сейчас его увидеть. И уже по списку зданий искать. Но, если, допустим, он будет находиться внутри того места, где нужен первый уровень допуска, второй и третий, вам не покажет. Поэтому нам нужно сделать копию допуска третьего уровня. Лучший способ – пойти в силовую. Это мы сейчас с вами и сделаем. Главное – просто не попадаться неписи на глаза. Допустим, вон идет, фонарь влияет, не влияет, честно, не скажу, не знаю, не пробовал, не тестировал, да и желания никакого нету, просто их спокойненько их оббегаем. В костюме, который сейчас у меня, нету каких-либо инженерных улучшений на бесшумность, там, передвижение и прочее. То есть просто в наглую туда бежим. И вон по фонарю мы видим то, что там еще одна непись, отбегаем в сторону. Смотрим. Двигается. Можем, кстати, подойти и вырубить. Берем зарядку, переводим ее в другой режим работы. И главное не спалиться, и чтобы это было тихо, и чтобы рядом тоже было не было неписи. Разряд. Отлично. И забегаем. Тут сейчас никого не будет, кстати. Что удобно. Заходим сюда. Открываем панель, внутри будет находиться техник с третьим уровнем. Надо очень быстро зайти и обезвредить его. С помощью этой же штуки желательно. Смотрим, где он. Все. Теперь копируем. Клавиша 4, анализатор профиля, меняем режим. Все, у нас есть третий допуск. И главное теперь нам не попасться, потому что если даже вы не в розыске, и у вас такая штука, и вас просканет, вам будет неприятно. Подходим к терминалу, который находится прямо здесь, что довольно удобно. Нажимаем объект и ищем, допустим, жилой модуль, общая спальня. Нет, того, что нам нужно, нет. Поднимаемся выше, промышленное производство, центр переработки. Консоль, сведения о поселениях. Не знаю, почему это называется так, а не сигнализация. В общем, нам нужна эта штука. Теперь направляемся туда. Желательно, не спалившись при этом. И да, можете подфармить данные тут еще, кстати. Внимание,
Бежим, 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 бежим. Присаживаемся, осматриваемся. Следим за фонарями. Если фонарей нет, то если, в смысле, ну, у нас тут как бы день, светло, то фонарей, естественно, не будет. Аккуратненько, аккуратненько идем. Торопиться смысла нету. Их найдут не скоро, тех, кого мы вырубили. Теперь подходим, берем нашу зарядку, переводим режим. И вон точка отмечена. Куда нам нужно попасть. Примерно осматриваемся и обдумываем, как мы туда попадем. Там есть человек, кстати. И, судя по всему, он тут один. Так, вот еще один. Он нас не заметит, по идее. Кто, 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 кто? Так, вот это плохо. Бежим, 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 бежим. Надеюсь, не спалили. Здравствуйте. Тебя предупреждали. Короче. Вырубаем быстро сигналку и просто начинаем шмалять. Либо продолжаем делать в инвизе. Но сигналка отключена, и миссия уже не сломается. Все, еще можно авторизацию отключить, если хотите. Но смысла нет, у нас третий уровень допуска. Разбираемся с неписью. И воспользуемся терминалом, чтобы найти то, что касается миссии. Надеюсь, не прибьют. Объект. И где-то здесь должно быть то, что связано у нас с миссией. Спускаемся вниз-вниз и видим контейнер для образцов. Отмечаем его. И попутно идем выкашивать непись. Вот это неприятно. Можно и отъехать тут. Блин, думал взорвутся. Вот на самом деле так проходить такую миссию я не советую. У вас точно будет плохая репутация и, возможно, даже не одна единица. Нажимаем. Если бы мы отключили сигнализацию и прожали бы, была бы тревога. Миссия бы тоже бы зафаршмачилась. В общем, теперь просто-напросто ждем. Теперь просто дело забираем. Все. И заказываем таксишечку. В общем, вот прилетел наш транспорт. Мы все здесь же, кстати, находимся. Просто заходим, и нас он везет. Посадку. Прежде чем я высажусь на станцию, посмотрим репутацию. Плохая репутация 3 единицы. Это 6 часов в игре. Ждать. Я честно не представляю, как это можно сделать по полному инвизу, чтобы вас вообще никто не спалил. Нигде и никогда, когда вы сканируете небесь. Окей. Можно не убивать того техника, который находится... Не убивать, а выводить из строя с помощью шокера. Его можно скопировать. Его допуск. Ну а дальше, когда вы пробираетесь уже к тому месту, где нужно... забирать образец. Я не представляю, по каким углам, потолкам, шкафам нужно шкериться, чтобы никого не, так сказать, обезвредить. Это прям головная боль. И вам она предстоит, если захотите открыть этого инжа и следующего, который идет после него. Так что, ребята, удачи вам, ибо это прям адище. Либо я как-то что-то неправильно делаю, распишите. Вы же у меня самые умные. Завершаем миссию, она вам засчитывается. Но еще одна проблема у инженеров касательно Терры Васкес. Не показано, сколько вы миссий сделали. Вот вообще не показано. Так что ведите еще, помимо этого, учет выполненных миссий. Прекрасно, правда? И не забывайте про великолепные баги, которые вас могут ожидать. Из серии вы выстрелили шокером в помещении, где никого не было. Непись каким-то чудом услышала это на улице. Да, такое тоже может быть. Одела на себя щиты, не вызвала, блин, тревогу и пошла вся на вас. Да, такое вот как раз-таки и было у меня. Прекрасно, просто прекрасно. Летим к инженеру, смотрим, что он может сделать. И стоит ли это того? Ну и, собственно, после того, как вы намучаетесь и сделаете все 6 миссий того и другого типа, то там...
Просто у вас будет показано показать на карте галактики и летим к ней. Что-то еще делать, что-то и завозить, чтобы воспользоваться ее услугами, не нужно. На ногах, на станции, где инженер. По вашему первому приходу ее может там не быть, даже если она у вас открыта. Сделайте релок, и она появится. А теперь... Друзья, я не знаю, почему у нее такая озвучка, но это довольно странно, скажу честно. Мужики вообще угорали по этому поводу на стриме. Как дела, командир? Есть для меня что-нибудь? Как будто тот, кто озвучивал ее, думал то, что это не игра, наверное. Я могу предложить множество модификаций, лишь бы были нужные материалы. Потрясающе. Я хочу лучше комбинезоны. Ну, тут, в принципе, все у нас написано. Повышенная точность стрельбы от бедра. Нужно вам это или нет? Не знаю, мне нет. От бедра это когда вы не прицеливаетесь. Я максимум так стреляю с пистолета, и то на очень близкой дистанции. Глушитель глушит звук. Именно что глушит, а не убирает его полностью во время стрельбы в помещениях. Видите? В герметичной среде. Рекомендую эту штучку. Ну вот она опять за свое. Что касательно шматья. Ну как же так? Повышенная длительность бега, то есть дольше сможете бежать с зажатым шифтом. Скорость передвижения в бою. Это, сейчас вам прям точно зачитаю, что это. Что у нас в меню? Убирает штраф на передвижение во время прицеливания. То есть, когда вы нажимаете правую кнопку мыши и вы прицеливаетесь. Уже раньше всех, и шансы на победу возрастут. Ну вот она опять. И передвигайтесь с обычной скоростью. Это как был такой перк в Скайриме с натянутой тетивой. То же самое, грубо говоря. Увеличенный запас воздуха в 5 раз. То есть после того, как у вас кончится энергия, вы сможете еще 30 секунд бегать. Больше преимущества. Ну и повышенная длительность бега. Все. Ладно, подумай еще. Ну а чтобы к следующему инженеру... Командиры, которых я знаю, в свое время работали на крупные корпорации. И знаешь, что меня больше всего интересует в межзвездных фракциях? Что же? Добудь для меня финансовые данные, а я расскажу, где найти настоящего волшебника в вопросах технологий. Да, но об этом будем говорить касательно этого инженера, когда я его буду уже открывать и открою, сниму по нему видео. Ты вернешься, как все мои клиенты. Ну это очень странно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я для вас отснял. Там уже свыше 540 видео. Те, кто говорят то, что в этой игре нечем заняться, она пустая и так далее, это неправда. Тут очень много занятий. Чего стоят только лишь инженеры и исследования? Ха. Прелестно просто. Плюс, многие видосы я структурировал, что это означает. В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, ручное вооружение, корабельные, комбинезоны, реобзоры. Ой, там столько всего, ребята, но это лишь малая часть, общая, так сказать, картина в одном большом общем плейлисте по элитке. Плюс, будут ссылочки и на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК... и Discord-сервер, ну еще Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в Дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся, у нас там уже 3 системы. Или 4. 3 или 4, не помню. В общем, если хотите поучаствовать в этом деле, то в описании под видео ссылочка на Discord, там подробные правила вступления в эскадру и нахождения, там как минимум шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели. В этом видео будем с вами разговаривать касательно открытия нового инженера в Одиссее, Терра Веласкес. Вроде бы как бы все и просто, но есть свои подводные камни и проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали!